Знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 26 лет, рост 165 сантиметров, вес 70,8 килограмма. Его профессиональный рекорд 5 побед при 3 поражениях. Его стиль ММА. Дамы и господа, из Москвы приветствуйте Артур Салфатьев. И его соперник в красном углу. Бойцу 26 лет. Его рост 172 сантиметра, а вес 70,5 килограммов. Профессиональный рекорд 7 побед и только одно поражение. Его стиль ММА, дамы и господа, из Республики Ингушетия, вот он, Абубакар Нестоев. Рефери поединка Виктор Корнеев. Абубакар Нестоев. Повыше будет Нестоев. И размах рук у него чуть больше. Готовец, первый раунд бой. Традиционное рукопожатие. Джентльменская остановка повторит сегодня на турнире. Машет, машет ногами. Вернее, готов это сделать. И подсекает, как очень здорово. И улыбается сейчас Абубакар Нестоев на очень удачное действие от Артура Соловьева. Очень здорово угрожает, постоянно двигается. И еще раз, какую серию пропускает Соловьев! И вновь улыбка у обоих спортсменов. Лоуки. Такой оверхенд и навстречу тут же получает. Вот это заруба у нас во втором бое. Такая динамика турнира, с ума сойти. Качает, качает. Это другой лучше здесь встречает Абубакара. Но стоит Артур Соловьев. Вот так, вот так. Плохо. Делай. Так, минута. Вернее, две прошло с начала этого раунда. А мы уже такую видим динамику событий. Опять размен, опять улыбки. Абубакар Нестоев на попытку ударить по корпусу. Миддлкик прошел, но очень дорогой ценой, на мой взгляд. Дергайте, напрягайте! Вот так, вот так, вот так! Вот так! Опять снова бьет Абубакар Нестоев, постоянно поджимается. Второй раз уже делает ту же самую ошибку Артур Соловьев. Пытается ударить миддлкик и очень здорово, гораздо быстрее действует на руках Абубакар Нестоев. Классическая контратака. Как же здорово подлетел, ударил, подсел и снова ударил. Длинный слишком замах был. Такой апперкот в нижней дистанции. По-моему, в пах пришел за удар. Слышали мы такой характерный звук, но не стоит. Как будто бы ничего не получал вообще. Хороший лоу-кик провел и опять поджимает. Легко двигается. Очень легкий Абубакар Нестоев. Пытается зацепить вот этим последним движением боковым для того, чтобы скрытый удар нанести. Здесь все понятно. Здесь опять серия уже. Соловьев выходит из-под этого натиска. Вновь качают, качают. Пошел вперед Абубакар. Едва не нарвался. Но перехват. Есть попадание слева. С ума сойти, очень здорово рубятся парни прямо после. У нас это происходило. Да, Артур готов работать вторым номером. Я не могу сказать, что у него это не получается. Да, есть пропущенные удары. На данный момент он контролирует ход поединка. И временами очень жестко отвечает. Машет, машет Артур Соловьев немножко так опрометчиво, потому что всегда может очень здорово контратаковать Абубакар Нестоев, что, собственно говоря, и делает. Великолепно подсаживается. Соловьев очень крепкий парень, очень здорово бьет при этом. Опять контратаку пропускает. Проходит сумасшедший хайки. Как будто бы договорились до этого поединка. Давай порубимся, эти парни. Очень техничный поединок. Исполнение обоих бойцов. Да, складывается впечатление, что вышли проверить друг друга на прочность. Проваливается.
пытается сейчас Абубакар Мискоев. Нет нокдауна. И оба подчеркнуто берутся в стойке. Ни одной попытки перевода боя в паттер. Ни одного клинча. Тянется, тянется сейчас за ударом. И тут же вот так срубает просто на ближней дистанции. Очень длинный апперкот, но ответные действия от Мискоева не заставили себя ждать. Фронт-кик еще. Дергай. Пошел вперед Абубакар Мискоев. Нет уже такого давления на Артура Соловьева. В общем-то, преимущественно стал поединок проходить в середине. И еще 30 секунд. Вновь разбег. Здорово. Зеркально просто. Ритми действует. Удар на удар. Фантастика. Что происходит? Давненько. Ух ты! И сразу же добавляет Мискоев. Пошел реваншировать Соловьев. Чувствуется, очень зацепило его. Но и самое приятное в этой истории, что все равно рукопожатием заканчивается раунд. Внимательно мы пристально смотрим с Аюбом сейчас на спортсменов, в каком состоянии они уходят и какое резюме. Вот я вижу, внимательно наблюдали сейчас за Артуром Соловьевым. Как он? Он в норме. Аплодирую стоя этому первому раунду. Ребята показали настоящее шоу. Как мы с тобой подчеркнули, они подчеркнуто рубятся в стойке. Готовы принимать бой оба. Мы, как зрители, безусловно, рады этому. Да, это настоящее удовольствие. Складывается впечатление такого небольшого сериала, который ты посмотрел. А вторая серия через неделю. Но благо, друзья, у нас всего минута между этими захватывающими сериями. И сейчас мы будем смотреть продолжение этого боевика. Напоминаю, что Артур Соловьев и Абубакар Мискоев сейчас будут продолжать выяснять взаимоотношения. Очень здорово по-спортивному работают восьмиугольники. Идет вперед Мискоев, опять размер. Здорово попадает и тот, и другой. Сложно временами сосчитать, кто точнее, какой удар прошел у того или иного спортсмена. Здесь оверхенд был чуть лучше у Артура Соловьева. Привык он, что оппонент начинает атаку с левым боковым. Попадание правым прямым от Мискоева. Невероятно здорово. Очень не исключаю, что сейчас идет появление новой звезды. Эси попадает тяжело с правой руки Соловьев, но там несколькими ударами добавил все-таки Мискоев, отквитал этот микроэпизод. Внимательно, да. Роман, двух всего. Да, безусловно. Вперед, надо ножки вообще не бей. Ножки через, через. Я же тебе пидорец, я же тебе. Здорово, уже Соловьев. Такой характер уличной драки временами принимает это противостояние. Соловьев стал более сейчас гроссмейстерски действовать, сам стал провоцировать, сам стал больше раздергивать. Кстати, Мискоеву как раз таки в углу больше об этом кричать. Еще справа. Да, как же сейчас поменялся вообще стиль Артура Соловьева. Все победы были за лишними. Попадает снова. Тяжело бьет Мискоев. И замахал руками Артур Соловьев. Но продолжает отвечать. Дергает Абубакар. Здорово. Вот сейчас чуть точнее, но здорово разбивает ему нос сейчас Мискоев в ответ. Какая двойка шикарная! Еще в начале второго раунда Алексей разбил нос, и я думаю, что это уже мешает ему дышать полноценно. Да, увидели мы яркое характерное движение, смахивает кровь. Левый пытается достать ближние руки. Да, здорово, здорово, очень здорово! В порядке Мискоев. Вау, что происходит? Невероятно! Вот это подарок любителям смешанных единоборств и фанатам Моисея.
Здорово, здорово провалился сейчас Пестоев, но понял свою ошибку. Вышел из этого положения, сам попал. 2 минуты во втором раунде еще. Здорово корпусом работает, великолепно чувствует дистанцию. Инстинктивно откидываемся мы с Аюбом сейчас. Хороший лоу-кик, обмен опять на удар. На руках, вот Абубакара Мистоева. По корпусу попал, неплохо, а? Поджимает, поджимает Соловьева, кричат из его угла, что не нужно застаиваться, потому что очень точно пробивает Абубакар. По корпусу справа, туда в область селезенки. Попадает Артур Соловьев, но пропускает голову. Продолжает очень много пропускать голову. Эх, из на защите. Здорово. Очень хорошо махнул. Как будто старые друзья дерутся у нас сейчас. Слева и справа попал. Поджимает Соловьев. Очень опасный тип. Ну что творится? Очень здорово работают корпусом, и тот, и другой. Хорошенько чувствует дистанцию. Фронт-кик чуть точнее. Нет, все-таки сперва в пад, потом уже пришелся в корпус. И вот здесь уже необходим небольшой перерыв. Ты начинаешь стоять и стоять. Виктор Корнеев сейчас уточняет, порядки ли все с Абубакаром Мистоевым. Очевидно, что не хотел такого попадания Артур Соловьев. Правой точнее. Очень здорово оверхенд через руку сейчас. И дальше опять размен. 30 секунд еще. Во втором раунде осталось нам посмотреть. А впереди еще потенциально 5. Хорошая верхушка. Как стоял, так и стоит Абубакар Мистоев. Проверяет внутренний лоу Соловьев. Но все самое интересное сегодня что происходит на руках. Характерный стук. 10 секунд, концовка. Попадает в ног Артур Соловьев и просит от трибун поддержки. И мы, в общем-то, не остаемся в долгу, потому что тоже отчасти являемся зрителями. На заглядение поединок. Я не знаю, что должны сделать следующие пары, чтобы этот бой не стал боем вечера. У меня другая коллизия возникла на этот счет. Что сейчас будут делать, соответственно, наши судьи? Потому что очень много попаданий, и тут хоть забор поставь на листочках чистокол из попаданий, все равно ничего не получится. Большую роль сыграло такое ощутимое попадание со стороны Мистоева в начале второго раунда, когда был серьезно разбит нос у Соловьева. Он проявляет характер, бьется, но эта травма крайне осложняет его жизнь в этом поединке. Третий раунд. Третий раунд, бой! Здорово начинает по блоку, в общем-то, попадает Мистоев, заряжал этот апперкот, было видно. Такая более точечная работа сейчас идет, меньше разменивается, хотя Соловьев тоже как здорово попал. Сразу же получает порцию одобрения со своего угла, еще больше стали раздергивать парни. Два очень тяжелых удара пропускает, третий Артур Соловьев, но продолжает стоять. Опять. Оба с оверхендами зашли на дистанцию. Просто вставить. Да, потрясающе. Это великолепно, действительно. Несколько жестких попаданий со стороны Соловьева. Мистоев стал подключать джеб. И очень здорово нырнул после этого. Оверхенда сместился. Вот, это уже попытка прохода в ноги, что-то новенькое. Первый за этот бой. Назовем это план «Б». Есть, попал! Есть, попал! Попал, попал,
согласен с Ульонского, Соловьева. Судя по всему, действительно, последняя атака была результативной. Он хорошо попал по своему оппоненту. Несколько хороших попаданий. Еще одна. Левый боковой. Не стоит, потрясен. Но продолжает отвечать. Поджимает Соловьев. Вот может сейчас все решиться. Еще попадание. Еще разбег слева. Сережа Соловьев работает первым номером, поджимает своего соперника к клетке. Накопилось, осталось у обоих бойцов. Теснит Соловьев Мистеева к сетке. Попадает Мистеев правым боковым. Приходится отходить. Мидлкик еще раз без ближней дистанции. Чуть точнее был Соловьев. Джеба пытается выдавить на эту удобную для себя дистанцию Мистеева. Многое решается в этом раунде. Да, именно в эти секунды как раз таки. Чтобы преимущество было за тем, кто агрессивнее и больше попадает. Переводит себя пустое попадание Мистеев. Старается вернуть должок своему оппоненту. Колено! И справа едва не достает. Но продолжает идти вперед Артур Соловьев, несмотря ни на что. Великолепная связка! Еще добавляет Соловьев. Но какой же Мистеев. И железо сделано. Справа здорово. Еще точнее. Да, сейчас заглянули мы в глаза Артуру Соловьеву. Он продолжает идти вперед. Просто как безумный. Какая рука. Здорово. Финтанул сейчас Соловьев. И хотел вот так эффектно завершить. Но пока только одно попадание. Опять на дистанцию уходит. Проваливается Мистеев. Минута 20 еще. Джебом пытается Абубакар действовать. Просто отталкивает уже от себя настырного Артура, который не оставляет шансов. И продолжает идти вперед. Здесь вновь Джеб. Хорошо по корпусу двойка. Здесь перекрылся, опять в ближней дистанции будет пытаться атаковать. Меньше минуты до конца этого боя. Постоянно работает Мистеев для того, чтобы не приблизиться. Не дать возможность приблизиться к себе Соловьеву. Пары по корпусу. Сначала ногой, потом руками. Пытается достать Соловьев. 25 секунд. Слева Мистеев. Здорово. Лоукик. Бетит еще локи. Вот разбег. Право точно не стоит. Слева попал и забьет его. Порубится Соловьев. Еще попадает Артур. Колено. Фантастика. Оверхенд. И кролик. Ваши аплодисменты бойцам. Браво. Браво спортсмена. Потрясающий поединок. Для этого не хватает слов. Иногда главный бой вечера бывает не таким интересным. Чемпионские поединки иногда уступают вот таким противостоянием. Давайте запомним же этих парней. Еще раз посмотрим на повтор. Чудовищные удары. Справа и слева попадал очень эффективно. Соловьев здесь опять великолепно боксерскую школу демонстрировал Мистеев. Вновь здесь Соловьев попадает. В общем, в подборку попали большей частью, конечно, его. Намекают и таким образом режиссеры трансляции на то, что победителем оказался Соловьев. Но великолепная рука. Сумасшедший бой. Характер просто железный. Обменялись вторым и третьим раундом бойцы. Во втором больше получалось у Мистоева. В третьем, я думаю, что очевидно, что лучше был Соловьев. Я думаю,
думаю, что решающим будет именно мнение судей, связанное с первым раундом. Был очень плотным. И я думаю, что это был один из самых красивых раундов, который, в принципе, мне доводилось комментировать. Уже ребята начали очень активно. Дамы и господа, по завершении трехраундового боя единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Абубакар Нестоев! И аплодисменты его сопернику Артуру Соловьеву. Артур Соловьев ни в коем случае не должен расстраиваться, потому что его нельзя назвать проигравшим в этом поединке. Еще раз аплодируем строй.